Молдова улучшила свои позиции в глобальном рейтинге конкурентоспособности, поднявшись за год сразу на 11 позиций с 100 на 89 место. Исследование Всемирного экономического форума основывается на комбинации общедоступных статистических данных и результатов опроса управляющих компаний 137 стран мира. Первое место в рейтинге заняла Швейцария, второе и третье, соответственно, США и Сингапур, поменявшись местами по сравнению с прошлыми годами. Молдова с индексом 3,99 на 89 месте. Среди основных ее проблем значатся коррупция, политическая нестабильность, недостаточная доступность к финансированию, правительственная бюрократия. Румыния на 68 месте, при этом год назад она была на 62. Украина поднялась с 85 на 81 место. Россия с 43 на 38. Замыкают рейтинг Чад, Мозамбик и Йемен.